Слушаю. Здравствуйте. Я по поводу Абашевой. Когда ее выписывают? Это ее муж. Здравствуйте. Подождите минуточку, я сейчас посмотрю. Вы знаете, очень хорошо, что вы позвонили. Ваша жена перенесла серьезную операцию. У нее были преждевременные скорые роды. Так что ей сейчас лучше побыть у нас. Преждевременные? Ну да. Насколько преждевременные? На 2 месяца. Вес ребенка 2200, но набирает хорошо. Ага. Но в телеграмме написано, что вес... Нет, но вы знаете, телеграмму мы отправили, исключительно войдя в положение родных. Ведь случай-то неординарный. Роды в поезде. Ну кто ж там в поезде взвешивать-то будет? И вообще мы ничего не обязаны никому телеграфировать. Нам звонят, мы отвечаем. У нас вообще нехватка кадров. Угу. А кто конкретно отправлял телеграмму, вы знаете? Ну, кажется, из обслуживающего персонала. Может быть, уборщица, да. А между прочим, уборщица могла машинально написать стандартный вес ребенка при родах. А если вас что-то не устраивает, пожалуйста, жалуйтесь. Ну зачем же жаловаться? Просто странно как-то. А сейчас вы ничего не путаете? Ну, может быть, на телеграфе перепутали. У нас же, я говорю, нехватка кадров. Люди устают. Они же не железные, им отдыхать надо. А как она себя сейчас чувствует? Состояние психически нестабильное. Ей нужен покой. Покой и понимание. Я организую. У нее все будет. Хазар, председателю спасибо. Машину дал до станции доехать. Но сейчас уже на лошади доедем отсюда. Бетендил на Селешмой. Не к Селешмой, уловлом. Доктор же сказал, что время нужно. Не приставай к ней. Беги, крым барасым, улым. Дизряк пал, баран, тундрасым бить. На! На! Шикарь.
зато все хорошо кончилось. Смешно получилось. Раз перевернулись. Зато все хорошо кончилось, Улан. Mm. Все хорошо кончилось. Она с ума сошла, Улан. Она сошла с ума. Тише. Она с ума сошла. Тише. С ума Ты испугалась, когда сани перевернулись? Очень испугался. У меня сердце прямо в пятки ушло. А папа испугался? Папа тоже очень испугался. Чуть с ума не сошел. Вот. А мама скоро приедет? Мама скоро приедет. Она гостинцы тебе привезет. А папа где? Папа? Папа на работе. Днем и ночью работает. Вот чеснок какой, понюхай. Видишь? Вкусно пахнет чеснок. Ай, осторожно. Фу-фу. Да, Вани, а ты помнишь, какую пела песню мама тогда в лесу? Я слова плохо помню, а вот музыку хорошо помню. А тогда спой свою любимую. Эльвидори, Эльвидори, Эльвидори. Королевский сын влюбился в нее. К тому же он рассудил, что дар, которым фея наделила красавицу, стоит дороже любого приданного, какое могла бы принести ему другая невеста. Он увез девушку в дворец к своему отцу и женился на ней. А теперь про спящую красавицу. Нет, мы с тобой так не договаривались. Мы как договаривались? Кот в сапогах и Золушка. А теперь все, баиньки. Пап, а возьми меня с собой. Твоя Лёля будет мне мачехой, а я у вас буду Золушкой. Буду вам полы подметать. Барбариска, глупости ты не говори. Так, спящая красавица и все. Договорились? Угу. А ты давай засыпай. Жили на свете король с королевой. У них не было детей. И это их так огорчало, что и сказать нельзя. Уж каких только обетов они не давали. Ездили и на богомолье, и на целебные воды. Все было напрасно. И вот, когда наконец король с королевой потеряли всякую надежду, у них вдруг родилась дочка. Можете себе представить, что за праздник сегодня в честь ее рождения? В гости к маленькой принцессе позвали всю фею, как будто бы найти страну. Дело в том, что здесь времена были прекрасные обычаи. Я открою. Потерять своих кресел равно чудесными дарами. Здравствуйте. Здравствуйте. А Зоя Александровна можно? Зоя Александровна умерла 2 года назад. А вы были знакомы? Не очень близко. А теперь вы здесь живете, да? А теперь мы. А давно? Да уже лет как 8. Да вы проходите. Проходите, проходите. А у вас было такое платьице? Голубенькое. Да. Это вы с Абашевым не захотели ехать в деревню. А вы знакомы с Русланом? Немного. Он меня один раз спас. На меня напали, а он меня спас. Лен, Барбариска интересуется, кто к нам пришел. Да вы проходите, проходите.
Нет, я пошла. До свидания. А чего приходили-то? Чего приходила? Черт! Понимаешь, я шел через парк к выходу. Вдруг услышал женский крик. Подрался? Нет. Точнее... В общем, кажется, я убил человека. Но он первый на меня напал. Он весь в крови был, раненый. Там еще какой-то парень был с девушкой. Они убежали. Самое плохое, что я там, кажется, часы потерял. Ну что, уснула? Да. Еле уложил. Со мной просится. Может, отпустишь? Еще чего. Пусть тебе твоя Лёля рожает. Кстати, она еще не беременна? Пока нет. Слушай, ну правда. У Лариски скоро каникулы. Отпусти, а? Мы с тобой на эту тему разговаривали миллион раз. Нет, нет и еще раз нет. Не понимаю, чего ты боишься? Боюсь, что Лёля твоя не беременна еще все. И что в этом такого? Знаешь, когда мне было 18 лет, у меня был фронтовик. Ну, он постарше меня был. У него жена и пацаны-близняшки в блокаду померли. Он очень хотел семью, детей. А я все не беременела и не беременела. И вот иногда иду мимо детской площадки, смотрю на детишек, и просто украсть хочется. Ты что ж, боишься, что мы у тебя Лариску украдем, что ли? Боюсь. Глупости какие-то. Ты знаешь, как я Лариску ждала? Я с фронтовиком рассталась потом, через 5 лет, по понятным причинам. Загуляла. И опять никак, ни с кем. Ну, просто не знаю, что и делать. И вот, представляешь, дом сгорел, деньги копила, сгорели. До этого любимый князь бросил, и вдруг узнаю, что беременна. От кого? От бандюги. Вора и убийц. Ты представляешь, как я была счастлива? Юр, может быть, на 12-часовом поедешь? Да. Ты права. Лёля тоже была бы счастлива на твоем месте. Да и я. Хотя мне, конечно, легче. Чё ты говоришь, 12-часовой? Ничего. Нас поет наша учительница русского языка и литературы Анфиса Абашева. В лунном сиянии ранней весною помнятся встречи, друг мой,
с тобою колокольчиком твой голос юный звенел, динь-динь-динь. Этот звон о любви сладко пел. Помнится зал мне шумной толпою, личик милой с белой фатою. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, звон бокалов шумит с молодою женой. Мой любимый стоит в лунном сиянии, снег серебрится вдоль по дороге, троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звук, этот звон о любви говорит. Вам спасибо. А из октября от Гребешкова никто не исключал, он сам решил уйти. Почему? Обиделся на Звеневую Прохоренко. Ну, знаете, если уж малыши начали октябрятскими звездочками разбрасываться, что будет к комсомольскому возрасту? Не перегибайте. Анфиса, у тебя талант. Тебе в оперу надо было идти. Ага, да. А детей, значит, наш Пушкин учит, да? Для этого, значит, таланта не надо. Как съездила-то? Что там на конференциях? Ой, представляешь, я встретила своего профессора, и он говорит, что есть вакантная должность на кафедре русского языка и литературы. Дим, вы что, от нас уедете? И Руслан Бакирович тоже? Да, уедем. А как мы? Как мы вообще? Анфиса Павловна. Без директора как? Без вас? Разрешите? Руслан Бакирович, надо серьезнее относиться к таким делам. Тем более, что я вам рекомендацию пишу в партию. Да, конечно, я с вами полностью согласен, Клавдия Петровна. Вы неплохо танцуете. Анфиса из города приехала, сама не своя. Как с цепи сорвалась. Ревнуешь, наверное? Кому? Ну, конечно, тут ревновать некому. Ты же у нас первый парень на деревне, а вот в город приедешь. Там разберемся. Там глаз да глаз за ней нужен. Вела себя как девка. Еще что скажешь? Ты опозорил меня на всю школу. Может, ты просто завидуешь мне? Моему успеху. Уберите руки, товарищ директор. И впредь их не распускай. Это ведь ей сообщить кое-что могу. В партком, например. Что ты несешь? Мама, когда папа приедет? Папа приедет через месяц. Лариса, иди спать. Пусть Егошин идет спать, а ты иди домой. Марш в кровать. Ты у меня еще пожалеешь. Извини, пожалуйста.
Лариса, открой дверь! Прекрати истерику! Лариса, папа тебе даже не папа! Он отчим! Мы с ним никогда вместе не жили! Мы просто друзья! Ну и что? Папа женился! Он хочет, чтобы и я вышла замуж! А я не хочу! Это эгоистично! Ларис! Мама, отпусти меня к папе! Я буду жить с ним и его женой, а ты с Егошиным! Ларис, ты что такое говоришь? Я же твоя мама! Пусть лучше у меня будет другая мама, чем другой папа! Ларис, не будет у тебя другого папы. И мамы у тебя другой тоже не будет. Все будет так, как было. Дочка, открой дверь, пожалуйста. А ты вор, Руслан. Ты обманул меня и заныкал деньги Ани. Я только замечу. Я только замечу тебе, что украла их ты, чтобы сбежать от своей тетки и выйти за меня замуж. Было не так? Да что ты говоришь? Да. Потому что кто-то воспользовался твоей доступностью. Сначала. А потом отказался от тебя, так? А о том, что ты замешан в каком-то темном деле в парткоме, знают? Кто там у тебя сидит в тюрьме? Кого ты там чуть не убил? Или все-таки убил? Это все было не так. Мне нечего бояться. Меня бойся. Пойдем, Хасан, пойдем мотором. Пойдем, пойдем. Сейчас тепло, здесь будешь спать, ладно? Тут тихо, а я на печку пойду. Да они. А я вырасту и выйду замуж? Конечно, обязательно выйдешь. А у меня будут дети? Обязательно будут. Мои дети никогда не будут слышать, как их мама с папой ругаются. Конечно, зачем? Зачем ругаться? Какой толк? Спи, Казам. Спи мотором, спи. Пошел дыжок, пошел дыжок, пошел дождик, все силен дробен, пошел дождик, все силен. На, дарю. Спасибо. Чтобы не скучал. Я сам закрою. Пиши, Анфис, не забывай нас. Конечно. Я яйца-то забыла. Стой, стой, стой. Эним, ну какие яйца, а? Мы же их все перебьем. Ну зачем пить? Кушать надо. Я их положил. Положил в сумку с продуктами. Эним, ну перестаньте. Ты пыльтя-то один, ты хоть это, холодно ведь стало. Да мне не холодно. Холодно, холодно. Дим, не плачь, приезжай к нам. Иди, прощайся. Приезжайте.
шарик! Ой, слушай, может, сходите, а? Пойдем. У меня голова что-то кружится. Пойдем. Сколько шариков? Два. Я хочу синий и зеленый. Сейчас пойдем. Пожалуйста, возьмите. Спасибо. Сдачу. Здравствуй. Привет. Как дела? Нормально. Дочка? Да. Дочка. И у меня. А муж диссертацию пишет. А ты? Я не пишу. Я хочу на лошадке, пап. Да, сейчас идем. Ты где работаешь? В пединституте. Преподаю. Ну, папа. Идем. Я к тебе завтра зайду. Пойдем. С кем-то разговаривал. Красивые. А это с работы. С дочкой тоже пришел. Погулять, покататься. Может, газировки выпьем, а? Угу, пойдем. Пойдем? Пойдемте. Пора. Итак, тема нашего сегодняшнего диспута – внешний вид строителей коммунизма. Это, конечно, очень важно, но я бы хотела поговорить о другом. Например, о любви. У кого-нибудь есть соображения на эту тему? Кулагина, может быть, вы хотите высказаться? Недавно в «Комсомольской правде» была статья «Письмо друга». Там пишется о девушке, которая изменила своему другу, комсомольцу, и вышла замуж за другого. За беспартийного? Не в этом дело, просто за другого. То есть она ходила с одним, а потом вдруг вышла замуж за другого. Ну и что? Ничего, просто обсудим статью. Обсудим статью или девушку? Мне лично нравится статья, только странно, что она о девушке, а не наоборот, потому что в наше время чаще парни злоупотребляют нашей доверчивостью. Ха! Это кто такой смелый, Кулагина? Да чтоб тебя, с твоей доверчивостью, да и злоупотребить! Не надо поясничать, Никонов. Любовь любовью, но нужно уметь отличить ветреного обманщика от серьезного молодого человека. Любовь зла, Кулагина! А что такое любовь? Может быть, кто-нибудь сможет объяснить? Ну, у каждого свои соображения на эту тему. А многие вообще живут и никогда не задумываются об этом. Лично мне очень жалко тех людей, которые живут без любви. У поэтессы Тушновой есть такие строчки. Можно, Анфиса Павловна? Да, конечно. Как объяснить бедняге, рожденному с рыбьей кровью, тайну земного чуда, названного любовью? А мне не нравятся эти строчки. Ведь если человек влюблен, то он любит весь мир. А если он влюблен безответно, то весь мир ненавидит. Поэтому надо любить себя. Спокойное отношение к миру гарантировано. А это называется эгоизм. Если человек не любит себя и свою жизнь, то ему нечем поделиться. А любовь, на мой взгляд, это желание делиться. С кем поделиться? Как найти того человека, с которым стоит поделиться? Ключевое слово «стоит». Если ты под желанием поделиться подразумеваешь расчет... Это, конечно, очень интересная тема. Но я просто вспомнила, что меня вызывают срочно в деканат. Но вы продолжайте диспут.
Продолжайте. Я пошла в деканат. Все, пока. Такой пасмурный день. Зато теплый. Может, тебе помочь? Да нет, лучше не стоит. Кто еще заметит? Что случилось? Я просто подумала, что это моя соседка. Ох, я так испугалась. Ух, ну это не она. Слушай, может быть, нам поговорить в более спокойной обстановке? А где? Ну, например, можем пойти в гости к моему другу. Он тоже из авиации. Но надо найти, откуда позвонить. Ну, давай, хорошо. Пойдем. Знаешь, а ты еще красивее стала. Правда? Да. Я, кстати, тогда приезжал. Даже в институте тебя искал. Когда? Зимой. Я тогда уже уехала. У меня как раз учеба заканчивалась тем летом. Понятно. Почему ты мне не писал? Ты же мне свою фамилию не сказала. Я не знал, на какое имя писать до востребования. Кстати, а какая у тебя фамилия? Абашева. По мужу. А я приходила к тебе. Твоя бабушка сказала, что ты женат. Я тогда не был женат. Что же, она меня обманула? Не совсем. Просто моя бабушка больной человек. Сначала у нее забрали сына, моего отца. Потом забрали мою мать. Потом ее саму забрали. В общем, психика не выдержала. Абашева? Ты пропускаешь уроки в музыкальной школе. Ты заболела? Не, я в музыкалку ходить не буду. Я ее бросила. Ну, тогда я пойду. А у меня есть фотографии актеров. Даль, Тихонов, Луи де Финес. Хочешь посмотреть? Проходи. Вся жизнь наперекосяк. Из-за чего? Из-за бреда сумасшедшей старухи. Так, все. Мне надо идти. У меня муж, хозяйство. Тетради вон целая гора и маленькая кучка. Ты сейчас куда? Я? К дочери. А какие у вас отношения с женой? Ну, она меня любит. Я так понимаю, у вас нет общих детей, да?
Пока нет. У тебя есть еще одна. Что ты говоришь? Когда ты улетаешь? Завтра. У меня самолет в 6 утра. Так что у меня есть только одна ночь. Проведем ее вместе. Ну, я не могу. Это невозможно. Ну, что я скажу дома? А мой папа летчик. Он сегодня приедет. Откуда? Он живет с Лёлей, со своей женой, в другом городе. Твоя мама, наверное, переживает? Вот уж нисколечко. Она и сама хотела выйти замуж, и я не разрешила. Ты? А зачем нам этот Егош? Нам с мамой и без него хорошо. А я стихи пишу. Ну, почитай. Солнце светит очень ярко, небо голубое. А ведь это вы, солдаты, дали нам такое. Вы сражались против немцев, думая о нас. И поэтому живем мы счастливы сейчас. И поэтому цветочки в жизни расцвели. Шлют сердечное спасибо дети всей земли. Это тебе будут цветочки. Пахнут? Парикмахерской воняет. Послушай, я через 3 месяца приеду. Давай я тебе в институт позвоню. Юр, не надо. У меня были вопросы, и ты на них ответил. Это все. А какая у тебя фамилия? Сабиров, а что? Почему Сабиров? Ты кто по национальности? Русский. Точнее, наполовину. У меня мама татаркой была. Когда отца забрали, она сразу девичью фамилию взяла. Так что я родился уже Сабировым. А я-то думаю, почему у нее глаза такие? У кого? Какую оценку сегодня получила по сольфеджио? 4. Почему не 5? Не знаю. Лариса вообще бросила музыкальную школу. Почему? Не нравится ей. Мне, честно говоря, тоже не очень нравится. Тоже хочешь бросить? А можно? Нет, нельзя. Гражданочка, вы из какой квартиры? Из 29-й. Вам телеграмма. Распишитесь, пожалуйста, в получении. Спасибо. Все равно, пап, из меня не выйдет знаменитой пианистки. Я поэтессой или художником на худой конец стать хочу. Художником на худой конец? Смешно. Ой, мама пришла. Я побежала уроки делать, а то попадет. Привет.
доченька. Равиля умерла.